На реконструкцию в Покачах в рамках федеральной программы капитального ремонта в 2017-м собираются потратить чуть больше 70 миллионов рублей. Львиная доля этих средств будет направлена на обновление фасадов и кровли многоквартирных домов. Подлатают с внешней стороны Мира 7-14, Молодежную 9-15, Таежную 16. В двух пятиэтажках по улице Молодежной, 5 и 7, межпанельные швы уже заделали, теперь продолжают утеплять торцы. Починить крышу планируют на Линии 7,8, Молодежная 5,7, Таежная 2. На все виды работ заказчик Югорский фонд установил для подрядчиков сроки, чтобы исключить ситуации, когда кровлю меняют под декабрьским снегом. В рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год запланирован капитальный ремонт 11 многоквартирных домов по 14 конструктивным элементам. Согласно проведенным конкурсным процедурам Югорским фондом, они проводятся, победителем стала подрядная организация ООО «Вентура», город Покачи. Планируемая дата выполнения проведения капитального ремонта многоквартирных домов, согласно краткосрочному плану, он утверждается постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа, не позднее 31.12.2017 года. Отдельно по конструктивным элементам, это согласно графику производства работ, капитальный ремонт системы теплоснабжения запланирован не позднее 31.08.2017 года, капитальный ремонт кровли запланирован не позднее 30.10.2017 года, капитальный ремонт швов запланирован не позднее 30.11.2017 года, ну и капитальный ремонт системы электроснабжения, это делается в одном доме, он запланирован не позднее также 30.11.2017 года. Систему электроснабжения в этом году будут менять только в одной покачевской пятиэтажке Ленина 1. Ремонт там еще не начали. Кипит работа на Мира 14. Там проводят реконструкцию оборудования теплоснабжения. На эти цели из фонда направили около 10 миллионов рублей. Ремонт необходимо завершить до начала отопительного сезона.